Здравствуйте, меня зовут Хвалина Ирина, и я из города Нижний Новгород. Творчество – это моя жизнь и работа. Я изучаю не только живопись, но и множество других направлений. Постоянно развиваюсь и двигаюсь вперед. Сегодня я хочу вам показать одну из своих картин маслом. Она называется «Дорога к солнцу». Эту картину я создавала больше года. Она стала самой долгой по выполнению из моих работ и одной из самых любимых. Писала я ее из воображения и хотела передать на ней определенное состояние души и кусочек своего внутреннего мира.